На Поклонной горе в Москве сегодня развернули самую большую копию Знамени Победы. Общая площадь стяга превышает 1000 квадратных метров. Его держали 200 курсантов Академии гражданской защиты МЧС России. Мероприятие организовано при участии Российского военно-исторического общества в рамках культурно-патриотического проекта, посвященного подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. На церемонию пришли герои России, герои Советского Союза, политики, ученые, спортсмены. К вечному огню, памяти и славы возложили цветы. Нынешний флаг войдет в историю национальных рекордов. Он на 2 квадратных метра больше, чем полотнище, развернутое в 2014 году в День России.